Всем привет, друзья, с вами Неломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Hello Neighbor, привет, сосед. И сегодня мы будем делать... Ой, машинки, стоп. Сегодня мы будем делать ловушку, очередную ловушку для соседа. Для этого нам понадобится много-премного капканчиков. Но эти капканы мы должны будем использовать для одного важного дела. Ну, конечно же, мы будем пытаться соседа словить в эти капканы, но вначале мы должны с вами все продумать. Мы его словим, а после этого мы на него кое-что интересное попытаемся сбросить. Получится или нет, смотрите дальше видеоролики. Посмотрим, как... Машинки, вы чего мои капканы тут куда вы их позапихивали в асфальт? Теперь не могу их достать отсюда. Они тут... Кажется, попал. Ну, уже чуть пониже... Где-то здесь есть точка, когда я могу их забрать. Не выходит забрать капкан. Ладно, возможно, найдем тогда новый капкан. Или хотя бы подостаем те, которые можно достать под земли. Кажется, они тут позастревали очень на... О, один хотя бы достал. Два уже есть капкана. Это уже неплохо. Посмотрим, давайте, в ящике потерянных вещей. Тут всего лишь одна картина. Кстати, где мои все картины подевались? Я тут и раньше их собирал. Ага, я же перезагрузил игру. Ладно, чуть позже займемся еще раз картинами. А сейчас давайте я вам покажу, что я наконец-то придумал. Так, летим вначале наверх. Тут надо отключить камеры, чтобы за мной сильно сосед не следил. Вот, это очень-очень такие интересные двери, вы про них помните. Нам нужно теперь понять, как нам сделать... Вот тут надо сделать чем побольше различных вещей нагрузить, а лучше всего клей. Чтобы когда мы двери откроем, чтобы получается, если мы двери откроем, все вниз обвалится. Обвалится куда? Обвалится вот сюда. Нет, где эти двери? Подождите-ка, я запутался. Двери, вы где? Я не понял. Вот эти двери, вот эта стенка. Так, кресло тут лишнее явно, убираем в сторону. И давайте наблюдать теперь, правильно смотреть. Вот, вот двери, вот они, все, нашлись двери. Кстати, вот тут еще один капкан. Можем снять одну камеру, сразу же бросить его в капкан. Ой, не получилось. Нужно бросить прямо в него. О, так, теперь забираем. Все, у нас есть, по идее, в коллекции три капкана. Только надо как-то его реально деактивировать, потому что нельзя, чтобы он был... Так, сосед рядом где-то. Сосед рядом. Толкаем его, забираем капкан и улетаем. Мигом улетаем, убираемся отсюда. Так, смотрим внимательно. Соседу нельзя дать сейчас, чтобы он меня поймал. Вот эти двери коварные. Нам нужно капканы подставить прямо под этой штуковиной. Под какой штуковиной, спросите вы? Прямо под этими дверьми нужно поставить капканчики. Понимаете, в чем загвоздка? Вот эти двери. Вот здесь надо поставить раз капкан, два капкан, три капкан. Уходим. Так, когда он тут попадет в капканы, сосед, возможно, нам... А, уходим, где-то рядом. Так, он ушел. Капкан вот сюда, поближе. Уходим. Толкаем. Еще один капкан. Вот, по идее, он должно получиться. Он застрянет на одном из этих капканов, он должен застрять, по идее. Ай, день! А, я потерял день, теперь будем ночью играть. Нет, вечером, ладно. Неплохо тоже, неплохо, ничего страшного. Нам нужно теперь раздобыть как можно больше клея. Я же тут закрыл, я же подпер там, помните? Вот он снова тут. Получай! Отстань от меня! Получай стулом! Так, мне нужно клей. Где клей? Капканы, еще капканы! Три капкана! Уай, теперь будет ночь, скорее всего, да? Ну ладно, зато мы раздобыли еще капканчиков. Еще капканчиков. Так, капканы. Капканы мои, капканы. Вот, капкан, значит, есть у нас? Отлично. Три капкана, плюс три капкана. И плюс один клей. Так, толкаем соседа. Отстань от меня. Взлетаем наверх, чтобы снова понять, где находится эта наша таинственная и главная дверь. Вот эта дверь. Вот здесь мы должны теперь присесть и постараться поставить аккуратно клей. Видите? Держится. Когда мы дверь откроем, оно все упадет вниз, ему прямо на башку. То есть должно все сработать в идеале. Так, теперь нам нужно спуститься вниз. Где эта дверь? Я опять ее потерял. Вверх. Дверь. Ты куда делась? Вот ты где. Вот ты где. Так, толкаем. Где я? Вот я. Где капканы? Куда делись капканы? Так это же и были мои капканы. Так, я их позабирал, то поставил, то позабирал. Мы их чуть позже откроем. Невозможно, они тут не очень хорошо сейчас установлены. Мне не нравится, например. Так, толкаем его.
Переставляем капкан поближе. Это тоже можно переставить, наверное. О, словил. Надеюсь, сейчас будет вечер. Да, по-моему, сейчас вечер или это утро. Нет, была ночь, теперь наступило утро. То есть мы сейчас утром играем, а потом будет уже день. Когда он меня еще раз словит, будет уже день. Вот тут мы должны как можно больше клея насобирать. Так, смотрим, что тут происходит. Что за безобразие тут происходит? Капкан еще один ставим. Опа, уходим, уходим, уходим. Мне нужно клей раздобыть. Клей, сосед, где твой клей? Вот он клей. Раз, два. Еще банки клея, я помню, были у нас Поймал меня опять. Ты смотри какой. Жулик, жулик. Сколько можно меня ловить? О, день зато наступил. Это меня очень-при-очень радует. Значит, мы должны взять еще клея. Вот он есть тут. Сколько у меня? 4 банки клея есть. Это очень здорово. Сейчас мы поднимемся наверх, отключим камеры, включим движение уже нормальное, будем бегать спокойно и будем вот расставлять клей, 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 клей. Скоро мы соседа обольем клеем ему на башку, клей сбросим. Так, тут перепрыгнуть мы, по идее, сможем. О, сам наставил капкан и сам попался в свои же ловушки. Не гонится за мной? По-моему, нет. Убегаем, убегаем, убегаем. Открываем, уходим. Капкан один был. Неинтересно, неинтересно уже. Вот здесь где-то был еще клей, я точно помню. Тут все перепрыгнуть. О, ну даже, давай, давай, давай. Я помню, что здесь был клей, я не ошибся. Реально тут, вон, три банки клея. Так, это уже не клей. Это что-то непонятное. Так, уходим отсюда. Уходим, ищем вот здесь где-то еще клей. Есть он тут или нету? По-моему, тут больше клея нигде не наблюдается. Куда он взялся? Вот, он пинает, пинает стулья, вы видели? Стулья пинает. Какой бармалей? Какой бармалей? Вы понимаете, что происходит? Он стулья пинает. Безобразие! Уходим. О, попался в свой капкан. Ой-ой-ой, как мне уйти? Сюда, 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 сюда. Уходим, уходим. Еще один капкан. Так, ловушка. Толкай, открывай. Все, уходим, 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 уходим. И вот тут капканы. Он на каждом шагу капканы наставил и сам же в них попадает. Глупенький сосед, глупенький сосед. Так, летим наверх. И сейчас мы здесь должны спокойно закрыться. Не подглядывай, сосед, за нами. Тут у нас все отключено. Так. Фух, ну мы тут и наставили клея, ребятки. Когда он попадется внизу в капканы, мы, получается, это все откроем, и ему все на башку, по идее, должно упасть. По идее. Получится или нет, смотрите дальше, конечно же, смотрите. Так, теперь мы знаем, что где-то здесь есть мусор. Например, кожура. Например, вот такой мусор. Например, вот такой мусор. То есть, благодаря этому мусору мы можем поставить еще его туда клею. Получается, все будет падать вместе с клеем ему на башку. Клей плюс мусор, и это все заклеится ему на голову. Будет сосед вонючий-привонючий. То есть, это очень интересная идея. Вижу пакетик. Так, нужно соседа как-то обмануть, чтобы он ушел отсюда. Ушел, ушел. Проваливай, сосед, уходи. Уходи, уходи, сосед, уходи. Так, тихо, 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 тихо. Прячемся, 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 прячемся. Тихонько тут в углу посидим. Посидим тихонько в углу, посидим, подумаем. Лучше вообще-то думать на этом деле. Посидим, подумаем, подумаем. Все, хватит думать, пошли. Пускай конь думает, у него голова большая. А нам нужно действовать. Вперед. Летим, 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 летим. Мусор устанавливать. Мусор устанавливать. Мусор устанавливать. Вот здесь нужно где-то поставить хорошо, прихорошо мусор. Раз пакетик. Кожура. И еще где-то пакетик надо примостить. О, есть. Держится все, как его. Я гениальный. 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 А-а-а! Я все испортил. Случайно нажал. Я все испортил. Тут должно было все не так, ребята, но оно бы было бы круто, если бы сосед попал в капкан, и я на него это все сбросил. Но я теперь, смотрите-ка, если я сейчас просто перезагружу игру, то получается, что произойдет? Что произойдет? Получается, эта дверь уже будет опущена. То есть мне нужно перезагружать акт, чтобы эта штуковина... Видите, она не закрывается. Я не могу уже ее обратно закрыть. Никак. Так, пробуем как-то ее закрыть. Слетаю вниз, вот. Пробую как-то дверь подтолкнуть туда. О, закрыл? Закрыл! Могу закрыть!
Но у меня нету клея! Нету клея, где мне взять клей еще? В принципе, мусор на голову я ему сбросить могу. А клей? Клея-то нету больше. Где еще клея достать теперь? Ну, давайте сделаем рестарт. Попробуем, появится клей. Я очень сомневаюсь, что на самом деле клей появится. Но надежда на это, конечно же, есть. Небольшая, маленькая, прималенькая надежда. Можно еще поискать клей, конечно, в каких-то других местах. Вот здесь, например, может быть еще клей. Не так обидно, что я так затупил. Ну, как затупил? Я чисто случайно нажал на букву И и открылась дверь. И из этого все провалилось. Так, тут нету ничего. Тут ничего нету, тут ничего нету, никакого клея, ничего такого, этих банок. Ладно, я делаю, наверное, рестарт. Смотрите-ка, делаю рестарт и посмотрим, что сейчас произойдет. Появится ли на своих тех полочках снова клей? Если появляется, тогда можно будет это снова все как бы осуществить. А если нет, то тогда мы просто поставим мусор сверху и мусор на него сбросим. Хотя бы так попробуем. Так. Вот она идет, перезагрузка, 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 и сейчас будем наблюдать, собственно, результат. Вот моя главная проблема в том, что нету больше клея. Хотелось, конечно, ему на голову клей сбросить. Целую пачку клея. Боженьки. Ну ладно. Посмотрим сейчас. Нет, так нет. Так, что у нас, день, вечер? Так, по идее, вечер должен быть. Нет, все равно день. Ладно, летим. Я включил сразу же полет и в надежде на то, что клей появится. Смотрим, тут какие-то шумы непонятные. Клей! Нету клея. Видите, что происходит? Тогда забираем вот это все дело. Уходим отсюда и летим наверх, вот сюда, на двери. Ага, ну можем попробовать ему на голову еще. О, кресло, бедное, несчастное кресло. Как тебе? Тут больно, наверное. Значит, что мы сейчас будем делать? Дверь, во-первых, мы закрываем. Раз. Значит, берем стул. Стул мы на голову ему сбрасывать не будем. Он слишком габаритный. А вот мусор на башку ему сбросить я бы с удовольствием. Так, раз, два, три. Что можно еще такое? Давайте еще какое-нибудь такое мелкое, 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 чтобы ему по башке бахнуло. Так, и, допустим, картину поставим. Его четыре вещи попробуем ему сбросить. Было бы намного-много эффектнее, если бы клей ему на голову падал. Ну ладно. Так, теперь нужно активировать капканы. Так, раз. Эй, один капкан тут что-то застрял. Два. Ой, ну это не совсем тут. Не совсем попадание четкое. Так, не могу. Надо активировать, деактивировать. О, взял, поставил. Раз, два. Тут надо забрать, получается, камеру. И поставить четко, четко поставить. Где-то вот здесь примерно. Открыть надо это все дело. Теперь нужно сюда заманить соседа, чтобы он сюда попал. И быстренько залететь наверх. Пока он будет там ковыряться. Так, двери нужно открыть. Открыли двери. Сосед, где ты? Где ты, сосед? Иди сюда. Попадает капкан, и мы сейчас будем на тебя мусор на голову сбрасывать. Сосед, выходи. Вот он где-то здесь. Вот он где-то тут бежит. Капканы есть? Я его бросил. Открываем двери. Мусор на голову. Куда он делся? Мы ему сбросили. Но я не знаю, попал я на него или нет, но это было просто великолепно. Конечно же, было бы намного круче, если бы клей ему на бушку сбросить, и чтобы мы четко рассчитали траекторию падения. То есть мне, в принципе, капкан здесь нужен только один. Над этой дверью капкан нужен только один, потому что если будет много капканов, они будут стоять не на той точке, где мне нужна. Вот примерно на этом квадрате. Вот смотрите-ка, сверху вот этот квадратик сейчас рисую. Раз... Два, три, поняли? Вот это вот, тут нужно посерединке поставить капкан. Один-единственный. Здесь нужно много клея. Давайте так, если вы наставите хотя бы 300 лайков, 300 хотя бы лайков, я перезапущу этот акт заново, тогда у меня появится клей. И в принципе, это можно будет сделать вторую попытку этого сделать, этого всего, этого... как это сказать, этой ловушки, вторую попытку сделать, но уже с клеем и с мусором. И постараться, чтобы не напортачить, чтобы дверь я, как теперь, я взял и не открыл. Вот. Ну, а на этом, пожалуй, я хочу и остановиться. Если вам понравился все-таки ролик, поставьте тут лайк, который я выпрашиваю. Увидимся с вами в следующих видеороликах. С вами был Ниламоб и маленькая овечка. Вот она, по имени Цезарь. Все, пока-пока.